Добрый день, дорогие студенты! Я так рада приветствовать вас в этот прекрасный солнечный сентябрьский день, в этой замечательной ландшафт-зоне, где чудесные скамейки, вазоны, флаги, дерева, которые мы посадили для вас и отливали для того, чтобы встретить вас в этой красивой ландшафт-зоне. Это все говорит о том, что мы вас очень ждем. И не беда, что я приветствую вас в онлайн-формате. Я даже более скажу, это здорово, что мы проживаем вот это время в дистантных технологиях, в дистантных техниках. Мы с вами познаем глубже паутину коммуникаций. Но зато, чем дольше мы с вами сейчас будем в дистант-формате, тем больше мы обезопасиваем себя от ковида. Мы тогда уверены, что эту заразу вы не принесете в семью и не заразите ваших престарелых бабушек, ваших родителей. То есть, чем дольше мы с вами находимся в социальной безопасности, тем лучше для нас. Поэтому все происходящее всегда говорит, это нужно в первую очередь нам. Поэтому я очень надеюсь, что мы с вами встретимся в начале ноября. И тогда это будет действительно нашим праздником. Мы ждем вас, мы любим вас. Приезжайте скорее. Здравствуйте, уважаемые студенты кафедры дошкольной педагогики и психологии. От всего коллектива кафедры, от преподавателей и сотрудников я поздравляю вас с новым учебным 2020-2021 учебным годом. В этот Новый год мы вступаем в необычных условиях, когда очно начинают учиться студенты первого курса бакалавриата и магистратуры, студенты второго, третьего, четвертого курсов и студенты заочной формы обучения приступают пока к занятиям дистанционно. Надеюсь, что очень скоро придет то время, когда мы вместе с вами будем заниматься в аудиториях очно. Вы видели на сайте, как за лето преобразился наш корпус, как преобразились наши и так уютные аудитории. Мы получили еще больше нового оборудования, которое ждет вас. И мы ждем вас в стенах нашего университета. Желаю вам успешного, отличного, плодотворного, интересного, насыщенного новыми учебными и научными событиями года. Пусть каждый из вас успешно пройдет практику, напишет курсовую работу, защитит выпускную квалификационную работу и магистерскую диссертацию. Успехов вам, здоровья и много интересных студенческих событий в этом учебном году. Уважаемые студенты, профессорско-преподавательский состав Института педагогики и магистранты, я вас поздравляю с наступающим учебным годом. Желаю успешной разработки и реализации проектов, изобилия и процветания, а самое главное – здоровья. Уважаемые студенты, от имени профессорско-преподавательского состава кафедры теории и методик начального образования с большим удовольствием я поздравляю вас с началом нового учебного года. Пусть этот новый учебный год принесет каждому из вас успех и удачу. Пусть он будет очень продуктивным для вас, очень плодотворным. Пусть новые знания, которые вы будете получать здесь и в самостоятельной работе, помогут вам обрести тот уровень профессионализма, который необходим для работы современного учителя. А
от учителей сегодня очень много требуется. От учителей общество ждет особых, совершенно необыкновенных личностных качеств. Поэтому не просто знания, но и умения. Не просто умения, но и компетенции. Не просто компетенции, но и навыки, отработанные до автоматизма, необходимы сегодняшнему учителю. Институт педагогики сильно преобразился за это лето. Директорат постарался обеспечить для вас необходимую образовательную среду. Появились новые лаборатории, новые мастерские, новые кабинеты. Новое оборудование ждет вас в этих стенах. Несмотря на то, что мы начинаем учебный год онлайн, дистанционно, мы все же надеемся, что очень скоро увидимся с вами и будем работать, как и прежде, жить большой дружной семьей и наращивать вашу компетентность и наш профессионализм. Поэтому желаю вам всем крепкого здоровья, удачи, здоровья всем вашим близким, а вам студенческих, настоящих, веселых, красивых, жизненных успехов. Уважаемые преподаватели и дорогие наши студенты, хочется поздравить в этот день вас всех с началом учебного года и пожелать вам всем хорошего, солнечного, замечательного настроения и позитивного настроя на весь учебный год. Хочется верить, что вместе мы сможем преодолеть все сложности дистанционного обучения в осенний период и снова встретиться в наших уютных аудиториях. Учитесь! Получайте новые знания и только положайте сильные оценки. Дерзайте, мечтайте. Мечты имеют свойство сбываться. Ну а коллегам, в свою очередь, я хочу пожелать комфортной работы и приятного общения с вами. Всего хорошего, добрый путь. Ваша заведующая кафедрой специальной педагогики и психологии Лена Рафаэлева. Здравствуйте, уважаемые студенты! Поздравляю вас с новым учебным годом. Желаю вам здоровья, больших успехов, новых встреч, новых знакомств, интересных лекций с преподавателями. Начинаем мы учебный год в дистанционном формате. Продолжаем работать так, но скоро мы с вами увидимся. Мы уже все очень соскучились, хотим видеть ваши лица, ваши глаза и пообщаться с вами. Все будет хорошо, я думаю, что нас ждет успех, потому что мы всего с вами добьемся. До встречи! Уважаемые коллеги, студенты, от имени кафедры педагогики и психологии поздравляю с началом учебного года. Хочу пожелать вам успешной работы, удачных дней в этом учебном году. И самое главное – здоровье. Давайте будем сохранять здоровье, и тогда у нас все получится, и мы получим те результаты, которые должны быть у успешных людей. Большое спасибо. Добрый день, наши студенты, наши дорогие и уважаемые студенты. Так получилось, что ситуация, не зависящая от нас, приводит нас к онлайн-взаимодействию. Но надеемся, независимо от того, где вы находитесь, как вы себя ощущаете, тем не менее вы рады новому наступившему учебному году. Мы надеемся, что вы также готовы с рвением, с усердием вгрызаться в гранит науки. Мы надеемся на то, что вы действительно будете и нам помогать вот в этом взаимодействии, в этом общении в онлайн-формате. Мы надеемся на то, что вы так же, как и в очном формате, будете проявлять себя действительно только с положительной стороны, вы будете иметь только хорошие результаты, и мы вам в этом поможем, даже если мы в онлайн-формате. Независимо от того, как мы, где мы, с чем мы, с какими девайсами, с какими гаджетами. Тем не менее, мы готовы к сотрудничеству в дальнейшем, мы готовы к достижению новых профессиональных высот, к достижению этих высот вместе с вами, совместно с вами, обучающимися, ну и, собственно,
рады вас видеть вновь, даже если видеть сквозь или через стекло мониторов. Спасибо вам большое. Всех вас с новым учебным годом. Здоровья вам прежде всего. Удачи, новых достижений и новых свершений. Спасибо. Добрый день, дорогие наши студенты, первокурсники, среднекурсники и старшекурсники. От всей души поздравляем каждого из вас с новым учебным годом. Наконец-то он наступил. Мы так вас ждали. И вот этот волшебный день настал. Пусть в новом учебном году случится все то, что вы планировали. Успехов каждому из нас. Новых встреч, новых открытий, новых знаний. Каждый день, каждый год и долгие-долгие годы жизни. С новым учебным годом! Заведующий кафедрой социальной педагогики Ирина Борисовна Целюгина. Передаю слово уважаемой коллеге, руководителю АПОП по нашей кафедре Екатерине Владимировне Трофимовой. Психология и социальная педагогика. Здравствуйте, мои дорогие! Очень рада в этот солнечный день приветствовать вас. Мы действительно вас всех ждем. Этот год у нас будет необычно немножко. Мы будем и очно, и дистанционно с вами общаться. Но я думаю, это не нарушит наши душевные связи. Всегда наши студенты были самые лучшие, самые добрые, самые отзывчивые, самые понимающие. Наверное, потому что и мы, преподаватели, такие же. Мы вас ждем, мы надеемся, что этот год будет наполнен также, я думаю, я согласна с Ириной Борисовной, яркими открытиями. Первокурсникам желаю, чтобы вы быстрее влились в нашу дружную студенческую семью, чтобы вы нашли здесь новых друзей и обрели много-много смыслов жизненных. Все, всем удачи, всем пока! Дорогие коллеги и студенты, мы рады вас приветствовать в новом учебном году в нашей дружной семье Институт педагогики. Вчерашний день – история, завтрашний – загадка, сегодняшний – подарок. Пусть он подарит вам удачу. С днем знаний вас всех! Хотелось бы поприветствовать и поздравить с началом учебного года студентов Башкирского государственного педагогического университета. Я надеюсь, что любопытство и искренняя тяга к науке будут определять направление вашего профессионального роста. Ведь именно в студенческом научном обществе вы сможете реализовать свои самые смелые идеи, поучаствовать в грантовой деятельности и других совместных научных проектах. Созданная благоприятная среда в ВУЗе, а это организация конференций, митапов, коворкингов и пробных стартапов, позволит вам определиться со сферой своих научных интересов. Наука – это не только интересно, но и перспективно. Именно научная деятельность позволит вам стать вершителями собственной профессиональной судьбы, создать свое собственное мировоззрение и определить статус будущего. А мы, преподаватели Башкирского государственного педагогического университета, вам в этом обязательно поможем. Уважаемые коллеги, студенты, аспиранты и магистранты, примите самые искренние поздравления от всего студенческого совета с Днем Знаний. Сегодня начинается новый учебный год, а это самое важное для каждого из нас событие, ведь образование играет огромную роль в наших жизнях, а высшее образование помогает сформироваться как творческая и яркая личность.